В Нарьян-Маре прошел региональный чемпионат «Динамо» по настольному теннису. Заявки на участие в соревнованиях по одному из самых быстрых видов спорта подали более 40 человек. Всего участвовало 6 команд. Сборные региональных управлений Росгвардии и МВД, Главного управления МЧС, судов округа, войсковой части номер 12403, а также ветеранов правоохранительных органов и силовых структур. Среди участников присутствовали как опытные спортсмены, так и те, кто впервые взял в руки ракетку для пинг-понга. Так успешно дебютировал и завоевал бронзу в личном зачете военнослужащий войск Национальной гвардии Виталий Левищенко. В соревнованиях я участвую первый раз. Последняя моя практика была в далеком детстве. Как думаете, что вам помогло победить? Наверное, желание. А в следующем году вы планируете участвовать? Да, конечно. Теперь я буду чаще ходить, заниматься теннисом, чтобы в следующем году выиграть. Серебра в личном зачете среди мужчин удостоился военнослужащий войсковой части номер 12403 Сергей Колупаев. Золотой медалью награжден победитель прошлогоднего чемпионата Игорь Домрачев, заместитель председателя Нарьян-Марского городского суда. Настольным теннисом я занимаюсь достаточно давно, поскольку мой отец играл в настольный теннис, поэтому с определенными перерывами, естественно, я играю в настольный теннис с 7-8-летнего возраста, то есть, в принципе, всю сознательную жизнь. Насколько серьезный уровень соревнований? Как вам удалось все-таки одержать победу? Уровень соревнований достаточно хороший, высокий, особенно если посмотреть на массовость участников, то есть значительное количество людей принимает участие в данных соревнованиях. Вот. Ну, что позволит одержать победу, я регулярно принимаю участие в городских и в окружных соревнованиях, которые проводятся в последнее время. Вот. Поэтому достаточно часто тренируемся, поэтому только через тренировки. Золотой кубок состязаний вручили команде войсковой части. Серебряного удостоилась сборная управления Росгвардии по Ненецкому округу. Бронза у команды окружных судов. Чемпионат по настольному теннису стал заключительным этапом спартакиады региональной организации общества «Динамо». В ближайшее время будут подведены ее итоги, которые определят победителей целой серии спортивных соревнований, проходящих в течение нынешнего года. Иван Никонов, Александр Бобрикович, Сергей Шарун, телеканал «Север».